Условный срок за незаконную продажу песка на миллионы гривен. Бориспольский городской рассуд Киевской области вынес приговор экс-помощнику Авакова, директору госпредприятия спецсервис МВД Василию Петровскому. 4 года лишения свободы условно и штраф 17 тысяч гривен определили за то, что в 2014-м Петровский вывез и продал 162 тонны песка, который передала спецсервису на хранение налоговая инспекция в рамках расследования. Стоимость песка оценили в более чем 18 миллионов гривен. Аваков был в курсе. Ранее СБУ опубликовало видео, где зафиксировано, как Петровский отчитывается тогдашнему замминистра МВД Сергею Чеботарю. Напомню, тот же Чеботарь фигурирует на видео, где обсуждает с сыном Авакова, Александром, закупку рюкзаков для АТО по завышенной цене.